Умняшка или няшка? Дорогая Гузель, сейчас мы поиграем с тобой в умняшку или няшку. Значит, я задаю музыкальный вопрос, да? Хороший вопрос. А, соответственно, если ты отвечаешь, то лимоны ем я. Если не отвечаешь, лимоны ешь ты. Весело, поехали. А, значит, какое живое существо скрипачи держали в футлярах, чтобы не потели руки? Раз. Сто. Два. Три. Я не буду его есть. Правильный ответ – жабы. Жаба. Их гладили перед выступлением, чтобы руки не потели у скрипачей. Но, извини, но лимон придется есть. Давай. А кто-то у вас играл уже в эту игру? Конечно. Я разрешу тебе сегодня обо всем забыть. В первый раз у молодой артистки. Раз, два, три, четыре, пять. 5 миллионов за эфир, ё-моё. Няшка.